Hello everyone, welcome to the world of the Russian language. Learn Russian with a native. Subscribe and you will never miss a new video. Как сделать предложение отрицательным? Чтобы сделать отрицательное предложение, вы должны добавить частицу «не» к главному слову вашего предложения. Эта частица используется с любым временем глагола. Например, for example, in the present tense. Я люблю его. The negative sentence is я не люблю его. Он живет в городе. Он не живет в городе. Они идут в магазин. Они не идут в магазин. In the past tense. Я ходила в кино. Я не ходила в кино. Она была на работе. Она не была на работе. Они ездили в отпуск. Они не ездили в отпуск. And in the future tense, я пойду гулять. Я не пойду гулять. Он сделает работу. Он не сделает работу. Они будут рисовать. Они не будут рисовать. Также, если вы хотите сделать отрицательным прилагательное, вы просто добавляете частицу «не» перед ним. С прилагательными частица «не» пишется слитно. Например, красивый, некрасивый, добрая, недобрая, смелые, несмелые, детский, недетский, веселый, невеселый, простая, непростая, глупый, неглупый. Пожалуйста, обратите внимание, что не каждое прилагательное вы можете сделать отрицательным, используя частицу «не». Есть исключения и слова-антонимы. Например, красивый – уродливый, смелый – трусливый. Но в большинстве случаев вы можете использовать частицу «не», чтобы быстро изменить прилагательное с положительного на отрицательное. Также вы можете использовать частицу «не» с существительными, чтобы сделать отрицание. Например, это дом. Это не дом. Это ваш стул. Это не мой стул. Это собака. Это не собака. That is all for today. Good luck with your Russian. See you in the next lesson. My name is Ellen. Bye-bye.